activated. Эй! Это что-то полезное? Осторожно, беги. Вид у них недобрый. Просканируешь? Кэл, ты меня слышишь? Имперцы. Они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет.
Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Еще с Димой. Вот так. Да. Что, можно и больше? Спасибо, Биди. Ну, началось. Что нашлось?
Стоять! Джедай! А, ладно. Мы справимся. Ты тоже это видел? Просканируешь? Молодец. Я отвлеку их. Астар, нет! Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Что это? Кто там, беди один? Надеюсь, подкрепление уже в пути. Иди, меня. Попался!
Кажется, у нас проблема. Что нашел? Боже, это один из Зефа. Значит, мы на верном пути, а? Веди. Чтоб тебя! Понял, я понял! Никогда не думал, что стало с последним выжившим! Ты допустишь ошибку! Что с тобой, Джек?
Отдых окончен. Он продолжает останавливать мои атаки. Погиб союзник. Сейчас нельзя допускать ошибки. Я не могу. Давай глянем. Спасибо. Живым ты отсюда не уйдешь, джедай. Я пробью твою защиту. Мириэна, береги нашу Сиену. Сэре, базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Житель был ранен, но он убил штурмовика. Thank you.
Нашелся нарушитель. Я пробью твою защиту. Вернись сюда. О, там что-то было. Сканируешь? Выполнили волю Императора и заняли планету Зеппа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта «Бур». Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Тем временем все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков.
Так что там было? Что там, бедяки? Удалось выследить тебя. Уходи отсюда быстро. Понял. Спасибо.
способны мотивировать этих работников и управлять ими. Вы отстранены. Молодец. Ну, началось. О, там что-то было. Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Любопытно. Мы на верном пути. Мне не пройти. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи.
Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не противься. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Здесь такая же штука. Может, они связаны? Нашел что-нибудь, Биди один? Они такие милые. Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать?
будет. Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Ты это видел? Ох. Молодец. Слышатся мелодичные перезвоны, что-то еще. Голоса? Из прошлого? Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Yeah.
Впервые такое вижу. Проверим. Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Thank you.
Зефы использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой.